18 ямальских студентов будут получать именную стипендию губернатора округа. Ребята получат ее за отличную сдачу зимней экзаменационной сессии. Вознаграждение за успехи в учебе и активное участие в научной деятельности составляет 1000 рублей в месяц и назначается 2 раза в год после летней и после зимней сессии. В список стипендиантов вошли студенты ямальских колледжей, университетов и техникумов. Добавлю, среди 18 лучших студентов 3 ноябрьцев. Это одна учащая Ноябрьского института нефти и газа и еще 2 девушек из колледжа профессиональных и информационных технологий.